Накануне Дня влюбленных сотрудники Госантехнадзора проверили состояние прилегающей к Ленинскому управлению ЗАГС территории. Данное мероприятие проводится по всей Московской области в связи с увеличением в день 14 февраля числа пар, решивших заключить брачный союз. К ЗАГСу в Видном с повторной уже проверкой приехал начальник территориального отдела номер 25 Госантехнадзора Московской области Игорь Винокуров. Вместе с хозяйкой учреждения Еленой Федоровой они прошли по фасадной территории 5 метров от здания. Такова площадь, которую обязаны поддерживать в чистоте дворники ЗАГСа. В первую проверку было сделано предупреждение не и ЗАГСу, и городским службам. Городские службы видно, что работали. Вот даже здесь видно, что вывезли снег, который мешал. Здесь были навалы снега. И теперь я повторная проверка при проверке. Ну, естественно, есть наледь, то, что не очищено. Но здесь... объективные причины, жители ставят машины, то, что невозможно до конца все-таки это вычистить. Елена Федорова тоже подтверждает, жители соседней многоэтажки постоянно ставят у ЗАГСа свои автомобили, что мешает качественной уборке наледи на асфальте. Мы писали в администрацию соответствующие письма, чтобы организовали парковку здесь, ну, организованную сделали вот для нас. Но пока еще как бы понимания, видимо, не нашли. И все-таки начальник местного отдела Госантехнадзора считает, это учреждение может являться примером для других в нашем районе и призывает всех руководителей уделить пристальное внимание чистоте территорий у своих зданий.